Во вторник в Самарской области ясная и комфортная погода, без осадков. Дневная температура 25-28 градусов тепла, ночью 16-18 выше 0. В Сызрани ясное небо, днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17, ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, плюс 25 градусов в дневное время, ночью 18 выше 0. Северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 25 градусов тепла, ночью плюс 16. Ветер северного направления 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.